Друзья, всем привет! А мы с вами продолжаем тренироваться. И сегодня Константин Лукьяненок покажет нам комплекс упражнений для прокачивания мышц рук. Данный комплекс подходит как для женщин, так и для мужчин. Поехали! Также кулак у нас сжат. Начинаем полную амплитуду, практически от плеча. Поехали! Локоть смотрит игра наверх. Чуть-чуть лишь подними. Да. Всегда. Во время упражнения он может немножко смещаться, падать. Ну, надо поправлять. Нехитрое это упражнение. Важно подобрать обе стойки. Чтобы стоять как бы красиво, не скрючившись. Спину не горбить. Ровненько. А теперь я хотел показать, как делать не надо, основную как бы ошибку. Которая мне очень как бы, не нравится и непонятно. Если кто-то хочет как бы со мной поспорить, пусть попробует оба варианта. И поймет, что я прав. Это не моя прихоть, это даже не анатомия, это физика. Алексей, покажи, пожалуйста, как делать не надо. Как обычная наша ошибка. Да? Вот так. Обратите внимание. Нагрузка смещается, смотрите, на предплечье, на кисть. Упражнение на руки, на плечи, для груди. Никогда не откидывай кисть. Никуда. Ни вправо, ни влево, ни вниз, никуда. Держим всегда жестко сжат кулак в одну линию. Всегда. Еще раз покажи правильно. Вот так. Пауза наверху видимая, большая пауза, секунду, может быть даже две. Хорошо. Закончили. Теперь покажем следующее упражнение. Бицепс гантели не сложно. Заключительное упражнение, да. Встань боком, да. Плечи уводим назад, грудь вперед. Но локти, обратите внимание, тоже идут вперед. Вот такой вот движение. Полностью выпрямляем руки. Полностью. Хорошо. Вот. Теперь начинаем сгибать. Поднимаем не до конца, потому что дальше бицепс уже сократился. Нет никакого смысла, надо продолжать движение. Вот здесь вот фиксируем, сжимаем тоже кулаки. Сжимаем. Делаем паузу. Медленно опускаем вниз. Чуть быстрее поднимаем наверх. И опять у нас пауза. Вот это пиковое сокращение так называемое. Обратите внимание на стойку. На положении его колени слегка согнуты, корпус чуть-чуть наклонили вперед, плечи назад, грудь вперед. И локти тоже мы ставим, выставляем вперед, как будто у нас они на подставочке. И опять же еще одну, да, покажем тоже вот эту ошибку. Да. Не надо закидывать и работать, как мы говорили только что, я говорил, вот сюда. Это грубейшее нарушение, грубейшая ошибка. Как я говорю, кисти не отбрасывай. Ни в одном упражнении, нет таких упражнений, которые делать надо вот так или вот так. Не бывает, в принципе. Все должно быть красиво. Если красиво, то правильно. Опускаем вдох. Поднимаем, выдох. Все хорошо закончено. Что? Спасибо большое, Константин. Спасибо большое, Алексей, за классные упражнения на руки. И вам спасибо тоже. Друзья, чтобы оставаться в форме, подписывайтесь на мой канал вот здесь. Я всегда рада вашим комментариям. Оставляйте ваши комментарии вот здесь. До новых встреч!